Спасти ее может только... Секретное оружие Америки. США, да! На моей миссии я буду вторгаться в страны, название которых почти могу произнести. И буду забирать у них все, что нужно нам, и везти все это домой. Потому что у нас есть проблемы, которые не может решить никакая армия. Я скажу вам по своему опыту. Воздержание дает эффект. Один человек будет искать ответы по всему миру, и вы не поверите, что именно он найдет. Вы в тюрьме за убийство. Да. И у вас за спиной целая куча очень острых ножей. Да. Приготовьтесь быть шокированными. Вот это вот обед американских детей. Похоже на серию «Закон и порядок». Приготовьтесь к фильму настолько опасному, я установлю американский флаг у вас в гостиной, что правительство его запрещает. Какой у вас долг, пока вы студенты? Вы знаете, что такое долг? Нет. Долг — это когда вы должны другим людям очень-очень много денег. А, нет, у нас такого нет. Похоже, американская мечта процветает везде, кроме самой Америки. Разве можно с этим смириться? Я не хочу с этим смиряться. У каждого ребенка должны быть равные права на получение образования и медицинской помощи. Если мир можно спасти, его спасут женщины. Будем держаться вместе. Откроем наши сердца, откроем наше общество. Если они могут, то и мы сможем. Я стал таким безумным оптимистом. 3 года назад браки геев в Штатах были вне закона, а сейчас они узаконены. Это показывает, что произойти может что угодно. Куда бы еще вторгнуться?